На самом деле, я думал о том, то, что настолько мы этих последних 10 дней мы так много на самом деле смотрим в новостях, хотим размышлять политически, кто прав, кто не прав, что правильно, что неправильно. Обсуждаем разных именно вещей, люди куда они пойдут, что будет с этими людьми и так далее, много размышления, особенно когда приходится на практическом уровне именно люди стоят именно перед дверью и просят именно помощи, вещи, которые страшно, с ней даже невозможно было представить, такие ужасные истории, которые иногда слышим. Постоянно в обсуждении всех этих вещей именно живем в этим, даже если мы находимся как-то далеко от всего этого, но наше сердце, наши переживания наших братьев и наших сестер в Украине. Да невероятно увидеть это все. Сегодня я столько людей именно звонил. В пятницу, Моцай Шаббат, прошлой неделе. Да невероятно посмотреть, настолько у людей есть готовность пойти и отдавать полностью абсолютно все. Свое время, свою энергию, свои силы, свои советы, использовать любые абсолютно возможности, чтобы кому-то как-то именно помочь. Это что-то невероятно. Это что-то невероятно. Но при всем этом, дорогие друзья, подумал, забываем иногда самый важный момент. Самый важный момент. Именно в тот момент того, то что кто-то стоит за кулисами. Кто стоит, дорогие друзья, за кулисами, который управляет этот мир? Понятно нам всем то, что когда мы лично, когда в мирные времена, и мы видим какое-то невероятно большое именно чудо, какую-то большую именно вещь, которую Творец показывает нам, мы это смотрим, мы это ощущаем, мы видим, вау, мама ж действительно такое чудо было. Какой-то невероятный вещь была со мной, с родственниками, знакомыми, то это с этим ребе и так далее. Когда настает так именно бурные времена, непонятные времена, мы должны забывать то, что у этого дома есть хозяин. Он именно управляет всему, и от него абсолютно проходит все. Мы не можем в сегодняшний день, конечно же, понять ответы ко всему. Иметь, в чем причина, почему, как, к чему. Может быть, отдельный, на самом деле, свет, как флеш, какой-то там. Понять какой-то смысл во всем этом. Но мы находимся в середине бури, сегодня непонятности. Но мы должны забывать во всем этом то, что этим миром управляет Творец. И у этого Творца есть невероятно большой ашгаха пратит, и невероятно большая любовь к своим детям. И невероятно большой надзор своим любимым детям. Написано тогда, когда еврею что-то больно, «Бехол царата влуцар». Когда еврею больно, Творцу на самом деле больно. Есть определенные правления, определенные желания, которые должен прийти в этом мире от Творца, чтобы проявить какую-то его цель в этом мире, чтобы люди пришли к какому-то каким-то определенным степам, к определенным шагам в их жизни. Или есть определенные гзера на этом стране, мы не знаем, что. Но вада и вада мы не должны забывать. Невероятно большой именно ключ, который на самом деле Творец раскрыл нам именно в истории Мегилат Эстер. То, что Творец с нами в любое абсолютно время. То мы находимся в Израиле, у нас абсолютно все хорошо, у нас есть Бет-Амикдаш, у нас есть чудеса.
Или мы выходим с Египта, у нас есть невероятно большие чудеса, явным образом. И не только там, даже когда мы находимся в изгнании, даже когда есть нелегкие времена, мы должны всегда осознать, что мы не одни. И наши братья, наши сестры, они не одни. Есть определенные цели у Творца, как я уже сказал, которые мы не понимаем и не осознаем, но мы знаем, мы верим, мы убеждены в этом, что все абсолютно происходит сверху, по определенным целям. И Творец никогда не оставляет свой народ. Творец никогда не оставляет свой народ. Дорогие друзья, в прошлой неделе ко мне позвонил один из раввинов Грузии и сказал мне, Моше, есть один парень, который учился у нас в Грузии, в Ишиве. И они успели каким-то образом выйти из Украины. И они сейчас ищут место, где они могут пойти. Один из направлений у них — это Германия. Можешь ли ты как-то им каким-то образом их помочь? И слава Богу, мы тут все организовали, и место, где спать, и еду, и одежду, все, все абсолютно, все тоже было необходимо. Невероятно было, дорогие друзья, слушать слова этих парней. Как они рассказывали, каким чудесным образом, просто как, я не знаю, что там скрытно в духовных мирах, что там происходило, как и ангелы их провождали. Каким чудесным образом с каждым на станции, с каждым на местом, как именно чудо за чудом, как они попали в Германию, в Берлин. И на шабатном столом, когда мы сидели, они думали, что мы в жизни, мы недели, пару дней даже тому назад, мы не могли себе представить, что мы можем быть в день шабата так спокойно, в мирном месте делать шабатную трапезу. И даем шабаше. Они поднялись, дорогие друзья, на Тору, и трое этих парней, каждый из них говорил гомель. Это не был гомель, который человек говорит после того, как он полетел из Израиля на свадьбу своего брата или сестры. Это был гомель, который люди именно под пулями они были, под жизненной, настоящей жизненной опасности. И как чудесным образом Творец именно их спас, и каким чудесным образом они именно вышли. Вся община были в шоке, вся община были такой именно в эмоциях, то, что когда эти трое парни зашли именно в Шаббат Кодыш, они видели это все. Такой теплота, каждый, мы вообще не знали, никогда не знали, мы не видели этих парней никогда, но только потому, что они евреи. Такая именно любовь, такое именно переживание за ними. Любом абсолютно стороны, как мы можем вас помочь, что вы хотите, что мы можем для вас сделать. Явным образом было то, что как Творец просто этих трех парней в буквальном смысле на своих на руках привез именно в сожженном на месте. Мы не должны забывать, это фундаментально важный момент, который мы находимся сейчас в нелегких абсолютно моментах. Но это нелегкие моменты, дорогие друзья, бессомненно. То есть тот момент, который наши мудрецы говорят, хевлей Машиах, роды Машиаха. Машиах не придет в один момент, который и все. Машиах, пока он придет, говорят наши мудрецы, это роды Машиаха называется. Как в родах есть несколько уровней, несколько ступень, один за другими. Одни боли, вторые боли, третьи, схватки. И вот еврейский народ. Уже несколько, и весь мир, не переживая, на самом деле, уже чуть вот думали, что закончилось уже все, пандемия, и вот именно вторая вещь. Где вот мы все абсолютно находимся в таком состоянии, сегодняшний день, вот каждым человеком, с кем ты не говоришь, готовность просто помочь, взять каждого человека, кто бы он ни был бы, взять его под свои руки и дать ему помощь. Дорогие друзья, в прошлой неделе мне позвонил человек и говорит, Моше, дай мне адрес, куда мне пойти, я готов своим другом пойти на своих машинах, или можем сейчас даже автобусы, там просто прийти и взять людей в Германию.
каким-то образом спасти всех, неважно кто он такой, какой национальности, какой там у него религии, взять просто спасти людей. И люди вот так, толпами, приехал туда, оказался не единственным. Стоят на границах, дорогие друзья, толпами на людей, толпами на машины, автобусы, чтобы спасти каким-то образом на людей. Все общения всех, везде абсолютно заняты тем, что как можем именно помочь любыми на стороны, или местом, или денежно, или гуманитарно, или лекарствами и так далее. Время, когда наши мудрецы говорят, что человек должен делать, чтобы спастись от хевлей Машиах, дорогие друзья. Никто не знает, что настанет завтрашний день. Что человек должен делать, чтобы он спасся от боли и схватков именно перед приходом Машиаха? Ясок батура угминут хасадим. Пусть человек занимается Торой, изучением и деланием помощи другому. Занятие Торы, то, что мы занимаемся сейчас, это и тот именно спасение для нас, для наших семей, и для всего еврейского народа и всего мира, что мы можем спасаться от тех переживаний и боли, которые придет перед приходом Машиаха. И вторая же вещь, которую мы сейчас ощущаем, может быть, я никогда не видел такой надобности, как сегодняшний день, помощь именно другому человеку. Помощь другому человеку. Поверьте мне, сегодня нужно было делать какую-то помощь, организовать какую-то сумму для людей в Польше, в Украине, чтобы послать им какие-то медикаменты. За считанные минуты люди были готовы столько именно помощи делать, чтобы людей доставать, незнакомых людей, не то, что он твой брат, то, что не то, что он твой родственник, кто-то, только потому, что там есть люди, которые нуждаются в этом. Хесед, который здесь происходит, и мы видим, это глаза не видела таких вещей. Это тот вещь, мои дорогие друзья, то, что спасет нас перед Хевлей Машиах. Любой хесед, который мы можем делать другому, то тогда будет наша одежда, которой мы не можем не нуждаемся, и наш брат, наша сестра, он сейчас самым большим на нужде. Эти парни, которые приехали и были здесь, вчера мы говорим, ребята, что вам дать, что мы можем помочь? Ребята на такого момента были, какую-то одежду, что-то, что мы могли, можем одевать, что-то. Пока мы можем пойти что-то купить. Любой абсурдный хесед, который мы можем делать, дорогие друзья. Любой хесед. И это тот скула, тот браха, который Творец уже обещал нам, что мы можем делать перед приходом Машиаха, чтобы спасаться от этих плохих вещей. Мы сейчас оказались в Германии особенно. Один из ближайших пунктов, где наши братья и наши сестры могут приехать. И без сомнения, каждый из нас, наши сердца открыты, что мы готовы делать все максимально, чтобы наши братья и сестры были в совершенном на месте. Так, друзья, в прошлой неделе, в пятницу, когда все было еще не ясно, кто приедет, кто не приедет, что, как, чему, вообще не знали, сидели с друзьями, думали, что мы можем делать, что мы должны делать. Так мы стали и сказали, нужно что-то делать, неважно. Кто пойдет за нами, там же очень много политика, там же нужно это, много то все. Сказали, нужно делать. Вы представляете себя, за считанные часы набралась группа со всех абсолютно сторон. Те люди, которые были связаны в политике, те люди, которые были связаны в Украине на границах, со всех сторон вдруг нашли все группировки и делали невероятно большую помощь именно людям через связи, через контакты, через то-то все. Все одним руками просто показали помощь нашим братьям и сестрам. И любой момент позвонить другому человеку. Мне нужно дам помощь, без проблем, я тебе сделаю. Это тот вещь, дорогие друзья, который мы сейчас оказались в этом именно моменте, где невероятно большая заслуга, которую мы можем иметь, что спастись от Хевлей Машиах. От родов и перед приходом времени, перед приходом Машиаха.
Опять-таки, мы не знаем, что и как, к чему, но факт есть фактом. Вемет, хесед, который сейчас идет, что-то невероятное. И это тоже наши мудрецы говорят. Тот момент будет, как человек должен спасаться. Изучение Торы и делание именно хеседа другому. Дорогие друзья, это в принципе то, что нас открывает Мегилат Эстер. Мегилат Эстер, мы сейчас придем. За шабатным столом я говорю, хотел, было неудобно сказать что-то, я хотел, чтобы парни почувствовали себя хорошо. Он сказал то, что мы еще них нас Адар Марбим Бесимха, как не заходит Адар, мы начинаем радоваться больше. Так один из парней встал и сказал, говорит, Бесимха, наши братья там, что они безраташем, что у них была радость безраташем в этот великий день Пурима Бесията Дешмая. Читаем безраташем через считанные дни уже Мегилат Эстер. И на первый взгляд, читая этот текст, читая эту историю, которая, без сомнения, написана пророческим, через пророчество, мы где не находим имя Творца. И не только мы находим где имя Творца, мы читаем эту историю, мы не понимаем, в чем особенность в этой истории. Мы не понимаем, что тут происходит. Не только у меня было, на самом деле, это непонятно, с годами я не мог понять, что мы на самом деле, в чем особенность во всем этом. Дорогие друзья, наши комментаторы, они Вильнинский Гаон и все, ищут эти моменты, чтобы раскрыть нам, что на самом деле тут заключено в этом Мегилат Эстер. Потому что наяву эту историю читать, красивая история, в действительности хотели нас уничтожать. И да, Эстер попадает в доме Ахашвероша короля, и она становится царицей и спасается весь еврейский народ благодаря этого. Но на первый взгляд прочитать эту историю, ты где чудо, что произошло, что вообще происходило все? Дорогие друзья, наши мудрецы в Талмуде задают вопрос, Эстер минат хураминай, откуда Эстер из Торы? Есть ли какой-то намек и в Торе на Эстера? Говорят наши мудрецы, Эстер, венохи астер эстерет панай, и я буду закрывать мое лицо. Говорят наши мудрецы, это есть Эстер, это есть тот намек, откуда берет на самом деле корень вся эта история. Скрытие лицо Творца. Что это значит, когда мы говорим скрытие лицо Творца? Скрытие лицо Творца, это значит, Творец здесь, просто его не видно наяву. Когда мы выходили из Египта, чудеса были наяву. Когда мы были в Египте, 10 казней, чудеса были наяву, против этой натуры, против всех абсолютно физических законов, происходили невероятные чудеса. Мы вышли из Египта, были в пустыне, дарование Торы, колот, увраким, и сам Божий исторический фактор, который происходил когда-либо, дарование Торы еврейскому народу. Находимся в пустыне, дорогие друзья, чудеса за чудесами. Еврейский народ ведет себя плохо, сразу же выходит огонь, ведет себя плохо, раскрывается земля, Корах, и все эти люди падают. Чудеса мы видим наяву, рука Ашема везде. У нас есть пророки, которые сразу же говорят нам, что было не так или что нам нужно делать. У нас есть Моше Рабейну, у нас есть Йошуа бен Нун потом, у нас есть поколение, поколение пророков, Шофтим и так далее. У нас есть первый храм, у нас есть чудеса. Против всей человеческих нормальных направлений этого мира огонь, который мы видели постоянно, поднимается до небес во время храма. Чудеса в храме. У нас был пророк, который приходил, каждый человек. Ему было какое-то вещь интересно. Ему нужно было что-то спросить. И он хотел что-то делать. У тебя есть прямой контакт с Творцом этого мира. Раскрытие всего абсолютно душевности в этом мире. Раскрытие Творца наяву здесь. Разрушается храм, дорогие друзья. И всех этих вещей нету больше. Нету уже всех этих вещей.
Еврейский народ думает, все, Творец, наверное, бросил нас, не хочет нас. И Творцу нужно было, дорогие друзья, раскрыть Ехискеля, Нави, пророку Ехискель, будучи находясь в Галуте, не находясь в земле Израиля, где это место пророчества, где место чудес. В Галуте раскрывать Ехискеля Нави, один из самых больших пророчеств, которое было дано когда-либо человека, а именно весь Маасе Меркава, все правления Творца этого мира, как Он управляет, как работают все ангелы, эти миры ангелов и так далее, все эти духовные вещи, как именно вещи наверху происходят. Увидев этот вещь, еврейский народ удивился. Мы находимся в Галуте, мы думали, Творец нас бросил. Это на что похоже? Сын короля, который ведет себя плохо. Ведет плохо. И король в какой-то момент берет и говорит: сынок, уходи из моего дворца. Уходи из моего дворца. Так и чувствовали еврейский народ. Все, Творец уже не с нами. Но увидев это невероятно большое видение, то, что Творец именно сейчас показывает нам. Еврейский народ понял. Шхина Хашема идет с еврейским народом. Шхина Хашема идет в Галут с еврейским народом. Он находится именно там с еврейским народом. Он с нами здесь. Где евреи находятся, там есть именно присутствие Творца. Он носит с собой его именно надзор. Но это все скрыто. Мы не видим это все. Эти три парня, которые пару дней тому назад спаслись от жизни, они не видели этих ангелов. Это не те ангелы, которые мы видели в Торе, как приходят к Аврааму Авину, как они с Агаром, все такое, все эти явные проявления, которые Тора нам рассказывает, это все, что на самом деле за кулисами происходило, что наяву люди видели. Все скрыто, наши глаза не видят это все. Мы не видим это все. Но увидев это невероятно большую вещь, еврейский народ понял, Творец с нами. Наши мудрецы приводят такой пример. Так как этого парня, который выкинул король, так король послал с ним вместе одного человека, который, чтобы он сохранил, чтобы хранил его. И вдруг этот парень попал в лес и хотел напасть на него. И вдруг ни с того ни с чего этот человек появляется и вдруг ударил его и убил медведя. И он удивился, вау, это как невероятно, как ты оказался невероятно в этом же месте сам здесь, чтобы спасти меня. Проходит какое-то время, вдруг на него напали разбойники, и он опять оказался там, и он опять побыл их, и спас этого парня, это сына короля. И так далее, несколько раз он спасает сына короля, пока сын короля понял то, что на самом деле, это не может быть случайность. Как может быть то, что первый раз, окей, он просто проходил, может быть, мимо, он убил этого медведя, второй раз, может быть, он попал, третий раз, четвертый раз, постоянно он так спасает мою жизнь. Это не может быть случайность. Не может быть случайность. Значит, мой отец позаботился об этом, то, что этот человек ходил за мной, и он защищал меня. Точно так же еврейский народ, находясь в Галуте. Один раз спасаемся, второй раз спасаемся. Все скрыто. Мы не видим как. Где эти чудеса? Пророчество, где, все, что происходит? Но мы знаем, то, что надзор Творца всегда с нами. Он и есть тот, кто спасает нас. Он и есть тот, кто защищает нас. Он и есть тот, кто всегда с нами, даже в хорошие времена, и в плохие времена, и тяжелые времена. Он всегда с еврейским народом. Что бы ни было. Иманухи бецара. Я иду с вами в Галут, Мицраме пошли, пошел Ашем с нами. Мы пошли в Вавилоне, а Шем, Шхина пошла с нами. И Он тот, кто защищает нас.
И мои дорогие друзья пришли в Персия, которая была третья, уже вторая именно изгнание. Первый был у нас Вавилон, потом была Персия. Смотрим эту историю, и мы понимаем, что на самом деле, что там произошло. Все было скрыто. Где мы на самом деле можем посмотреть, что за чудеса на самом деле происходили за кулисами? Истинный ответ за Гердергидрия находится в том, то, что кроме того, что у нас есть Танах, наша Тора, наша письменная Тора, пророки, Писания, ко всему этому нам было дано устная Тора, Тора Шебалпе. Это наши Мидрашим, это Талмуд, это Зоар. Это так, как нам было передано поколение поколениями, что по-настоящему происходило за кулисами. Что на самом деле за этим словами «Вайгибими Ахашверош» и «Было в дни Ахашвероша»? Что это значит «Вайги» в днях и «Было в днях Ахашверош»? Почему мы на эти слова выбрали, было избрано пророческим образом, что было написано в Мегилат Эстер? Что это слово значит «Ахашверош», «Хаман», «Эстер», «Мордехай»? Что это место Шушан? Что там вообще было? Как Творец на самом деле всеми этими вещами управлял и процвел именно и раскрыл тот чудо, которое произошло именно тогда? Это все раскрывает нам наши мудрецы, дорогие друзья. Точно так же, если дать на самом деле человеку маленький микросхема, возьмем, не знаю, квантовую физику. Это невероятно большое знание, которое стоит за одноименное предложение квантовая физика. Что такое квантовая физика? Это знание, куча вещей, которые человек должен знать. И человеку даешь какой-то аксиома, какое-то правило чего-то. Даешь человеку какой-то механизм, как это работает. Но за этим механизмом он стоит гигантские большие знания. Человек идет работать куда-то, идет на заводе работать или идет работать в каком-то, не знаю, там, в важном месте. Там написаны какие-то коды, штрих-коды, которые означают определенных на самом деле вещей, которые нужно вести себя определенным образом, которые основаны на куче разных лет именно изучения, которые человек изучал в университете, который он знает, что этот код, что этот штрих-код значит, и что нужно в этом случае делать, и когда нужно поменять, и так далее, и так далее. В Торе точно так же. У нас есть все абсолютно закодировано. У нас есть текст, который внутренний, настоящий, именно истина. Все абсолютно закодировано внутри. Который на первый взгляд видим, что Тора хочет нас. Что мы на самом деле можем раскрыть на самом деле оттуда. Дорогие друзья, еврейский народ после Пурима написано то, что они приняли Тору через любовь. Тот любовь, который еврейский народ после Пурима осознал, это был настолько великий уровень связи и осознавания, настолько Творец находится с еврейским народом, даже в Галут, даже не в стране в Израиле, даже в изгнании, что Творец не оставляет еврейский народ. Настолько еврейский народ дошел до пика, то, что написано «Киму ве киблю», то, что они приняли на себя через любовь тот дарование Торы, которое они получили на горе Синай. Это было через страх, но сейчас они приняли всю Тору через именно любовь, потому что показание было невероятно большое показание любви Творца по отношению к еврейскому народу. Не через чудеса, не через какие-то открытые и явные именно вещи. Показав то, что Творец управляет и есть в этом мире, и Он находится со своими детьми. И скрывая, все нигде не видно. Нету имя Творца во всем этом. Но за кулисами стоит именно все Творец. Раскроем, дорогие друзья, пару интересных моментов в Мегиле.
Мегилат Эстер, который раскрывает нам наши мудрецы. И по комментариям Вильнинского Гаона это можно увидеть невероятно тщательным и четким образом, какие тут проявления именно происходило от Творца. Начинается Мегила словами: «И было в днях Ахашвероша». Он и есть Ахашверош, который царствовал от Году до Куша 127 стран. Задается вопрос, что это значит «он и есть Ахашверош»? Что это значит «он и есть тот Ахашверош, который царствовал на 127 разных стран»? Говорят наши мудрецы, точно так же, как он царствовал от Году до Куша, точно так же он царствовал над всем миром. Но знай, то, что Ахашверош, он не был единственным Ахашверошем в истории. До этого тоже был один Ахашверош. Тоже был королем. Но это Ахашверош. Он не тот Ахашверош, который здесь имеется в виду. Здесь тот Ахашверош, который именно царствовал 127 именно стран. Про этом Ахашвероше идет речь. И он царствовал над всем абсурдным миром. Что произошло в его время? Баямим ахем, в те днях, тогда, когда король Ахашверош сел на свой трон, который находится в Шушан Хабира. Задает нам Вильнинский Гаон вопрос. Что это значит в этих днях, когда король сел на своем троне в Шушане? Дорогие друзья, наши мудрецы в устной передаче передают нам то, что королевство и где абсолютно весь парламент и весь, скажем так, правительство всех этих стран, где король, в принципе, сидел, это не был в Шушане. А место, где находился, на самом деле, Ахашверош, это был в Вавилоне. Что произошло, что он попал сейчас в Шушан? А произошло вещь, которую нам, в принципе, Мегилат Эстер вообще не рассказывает. А это рассказывают нам наши мудрецы. И когда мы знаем эту информацию, мы можем ощущать и понять, что в этих словах на самом деле закодировано. Наши мудрецы рассказывают нам то, что Ахашверош, когда он стал королем, у него была мечта построить такой же трон, иметь такой же трон, так как был у Шлома Мелеха, короля Соломона. Но нам всем известно, то, что трон цара Соломона это не был простым троном. Этот трон, дорогие друзья, это был настолько особенный трон, то, что было несколько уровней этого трона, несколько ступеней, и на ступенях там были разные животные, там были львы, там были орлы сверху и так далее. Очень невероятно большое именно видение было, только именно его трон посмотреть. Это не было только простое именно строительство всего этого трона. Человек, который поднимался там, эти львы, они приходили и они кусали этого человека. Только Шломо Мелех, он был тот человек, который мог подниматься на этот особенный именно трон. У этого трона есть невероятно большая история, как все короли хотели именно, чрезмерно бегали именно за этим троном. Но что? Шломо Мелех, извините, Ахашверош, он понял то, что он не может достать этот трон себе, потому что было чрезмерно опасно. Что он сделал? Хорошо, я не могу иметь такой же трон, как у Шломо Мелеха, так я буду делать фейк. Я могу делать похоже что-то на этого, да?
Не важно, что внутри. Самое главное, что наружу. Наружу, чтобы было красиво. Так он пошел. И заказал себе на такой трон. Теперь, где было на самом деле строительство этого трона? В городе Шуша. 3 года длилось строительство этого трона. Хочем себе представить. 3 года делают этот трон. Такой же, как был у Шлома Мелеха. Вы, конечно же, только именно наружу, только материальные, но все духовные вещи, которые были внутри, конечно же, этого всего не было. Хотят сейчас с Шушана перевести это все в Вавилон. Но их никак не получается. Они стараются. Никак они не могут, это была такая большая вещь, которую не могли никак перенести с Шушана в Вавилон. Так, Ахашвирош, увидев это все, то, что никто не может перенести это Шушана в Вавилон, так что он решил? Окей, если трон невозможно, чтобы перенести Шушана в Вавилон, так что я буду делать? Весь мой королевский дворец, весь мой парламент, всех моих министров, всех людей отвезем с Вавилона в Шушан. Так что он сделал? Он переехал от Вавилона в город Шушан. Только потому, что его трон был там. Что трон был там, делал сейчас место короля, где находится на самом деле король, где есть резиденция именно короля, министры, все где есть. Шушан. Все перенес от Вавилона именно в Шушан. Что происходит, дорогие друзья? Что за шигаон, то, что называется? Что пришло человеку в голове? Во-первых, успокойся, зачем тебе нужен трон, как Шлома Мелеха? Во-вторых, беседр не построили, ты сидишь здесь, у тебя есть твое королевство, у тебя есть там свои министры. Только потому, что есть там твой трон, который ты хочешь, из-за этого берешь не только себе, весь королевство, все абсолютно ты берешь из Вавилона, и ты переезжаешь в Шуша? Что тут происходит? Эламай, дорогие друзья, говорит нам Вильнский Гаон. Тут уже начинается проявление рука Творца. А именно в чем? Кто же находился в городе Шушан? В городе Шушан находились Эстер и Мордехай. Творец уже начинает проявить свои руки, свое чудо, которое он хочет сейчас сделать своим любимым детям-евреям. Так что он делает? Поставил джук человека, короля, переезжай в Шушан. Какая проблема? Логично? Ничего логичного тут нету. Но что, когда есть желание Творца, такие вещи, дорогие друзья, происходят. Даже умом не понять. Никак не понять этих вещей. Для Ахашвероша это было что? Всего лишь, да, нужно переехать сейчас в другом городе. Пишетер, переезжаем со всей королевством, переезжаем туда. Но для Мордехая и Эстера этого не было. Они видят уже рука Творца. Они видят, что тут что-то начинается особенное. Он переезжает сюда. Потому что если бы не Мордехай и Эстер, где же было бы чудо Пурима? Где же был бы тот молитва и тот зхуд, тот заслуга, который без сомнения, как наши мудрецы в Мидрашиме везде рассказывают нам, говорят то, что все было благодаря молитве, которую делал Эстер и Мордехай и дети еврейские. Это был тот сила, который спас евреям. И если был бы король там, не дай Бог, и это гзера должен был бы выйти на еврейский народ. Что бы было бы с еврейским народом, не дай Бог, луалейну. Это тот именно скрытый момент, который здесь именно закодирован. И это то, что значит, знай, говорит, когда, во имя тех дня, когда король Ахашвирош сел на своем троне. Каком троне? Тот особенный именно трон, который был в Шушане. Никогда он сидел в Вавилоне. И как это все закодировано именно в нас? Именно в тексте именно Эстер. Идем дальше. 3-й год его королевства. Значит, это тот год, когда он уже построил свой трон. Он сделал большой пир. Лихол сара всех министров. Абадав, хель, парас, умадая, партамим, сара, мединот лепанав.
Он делал большой пир для всех министров и так далее, разные именно уровни, как бы его приближенных именно людей, которые тут Вилинский говорит тщательным образом объясняет, кто что именно абсолютно бил. Но собрался всех именно стран, чтобы все эти министры, все люди, все великие, большие именно министры, влиятельные люди, чтобы были на этом пире. И это был тот третий год, который он хотел делать именно этот пир. Теперь, что произошло в этом пире, дорогие друзья? Мы сейчас постараемся зайти чуть глубине, что произошло именно во всем этом. Говорит нам пасук, Бехарото. Что он хотел делать в этом пире? Показать «Эт ошер квот малхуто вейт екер тиферет гедулато ямим рабим шмоним умятем». В течение 180 дней он хотел показать свой богатство, показать «Эт ошер квот малхуто». Тот богатство, которое было королевским, на богатство «Эт екер тиферет гедулато». Сколько? 180 дней. Дорогие друзья, 180 дней хочет человек делать пир. Кто бы ни был, представляете себе, человек один день свадьбы, и человек может, не знаю, делать королевским, как он не был бы. 180 лет, 80 дней. Что можно уже покушать? Тяжели 180 дней? Пир. Я понимаю, недели, хорошо, две недели. 180 дней, представляем себе. Теперь еще раз мы не забудем, речь идет о человеке, который владеет всем миром. Говорят даже мудрецы, он владел абсолютно от начала до конца всем миром. И он делает для всех этих министров такой гигантский пир. 180 дней. Это не просто так. Говорят наши мудрецы, Ахаш Навуходоносор, который был королем Вавилона, который захватил Иерусалим и поломал, и разрушил храм. У него было в своем хранилище 1080 драгоценностей, как бы шацов, как бы оцарот, который он собрал со всего мира. 1080. Перед смертью, говорят наши мудрецы, он сказал, что это что останется наследникам или этим людям, что они использовали? Нет. Что он сделал? Он взял, собрал все эти 1080 сокровища, которые у него было, пошел и в реке Прат все потонул. Поколение после этого, Кореш, который хотел, который был королем и хотел построить храм, Творец раскрыл ему, дал ему мысли, где он может пойти и где он может найти этот оцар, где он может найти эти драгоценные места. И действительно он раскрыл эти 1080 вещи, которые скрыл Навуходоносор. Эти 1080 разных оцарот, которые было, досталось наследством кому? Ахашверошу. Теперь Ахашверош хотел показать всему, всем королевствам, всем министрам, всем большим людям весь свое богатство. Теперь, кроме этого, то, что как и наши мудрецы говорят в Талмуде, то, что он просчитал, то, что 70 лет, которое было пророческим образом сказано, то, что через 70 лет евреи, они будут возвращаться из изгнания обратно в Израиль. И он просчитал эти 70 лет, и евреи не вернулись в Израиль. И это была та причина, почему он сделал этот пир. И, как говорят наши мудрецы, он вытащил все драгоценные сосуды, которые были в храме, и этим дал людям использовать именно во время пира. И он сам оделся, как Коэн Гадоль, дорогие друзья. Он оделся, это Раша Меруша, оделся, как Коэн Гадоль. Посмотрим на
псуким, мы не видим, что вообще Ахашвирош плохой человек. Но наши мудрецы, дорогие друзья, говорят, «Ху Ахашвирош, он есть Ахашвирош от начала до конца Берешо». От начала до конца он был, говорит, злодеем. Злодей, чем Хаман. И наяву это не видим. И мы видим, столько секретов наши мудрецы тут скрывают. То, что Ахашвирош, который в будущем будет читать этот Мегилу, правильно? Он же читал это Мегилу. Он видит, вау, такой красивый, на хорошем, на король и так далее. Весь богатство показывали, все истории, какой этот. Все скрыто. Но наши мудрецы через пророческим образом все закодировали именно внутри. И через устную сторону все равно раскрыли, что на самом деле происходило. Теперь Ахашвирош хочет показать каждый день 6 своих драгоценных находок, которые было. И это то, что написано именно в пасуке, дорогие друзья. Ошер, кавод, малхуто, екер, теферет, гедулато. 6 разных оцарот, которые у него было, каждый день он показывал. В течение 180 дней, чтобы, как мы же сказали, ему нужно было показать 1080 разных оцарот, которые у него было. Теперь, представляем, что это значит? Это значит то, что Ахашвирош собирается тут показать свою мощь, свое богатство, свою силу, кто он на самом деле есть. Этим мы сейчас поймем, зачем вообще Творцу делать именно такой именно путь, что вообще тут происходило. Делает человек такую вещь. И этим, что происходит, настолько поднимается гордость этого человека, настолько показывается, что все министры, все короли тут сидят. И в течение 180 лет у них пир просто невероятно большой. И показывает он свой богатство со всего абсурдного мира. Каждый день 6 разных милоцарот. И теперь сейчас переходим на следующий шлав. Сейчас понимаем, почему Творцу нужно было это все делать. Говорит нам Мегилат Эстер, следующий пасук. Увимлот аймим аэле. Тогда, когда были наполнены эти дни, значит, в конце 180 дней, и так говорят, я видел книгу Работа Йосефа, невероятное объяснение, то, что когда на самом деле началась пир Ахашвироша, это было 1 Нисана. 1 Нисана. Когда закончилась пир Ахашвироша, это было 3 Тишрея, что были длинные дни, что в это время это самые длинные дни, из-за этого они хотели этого. Теперь 4 Тишрея, дорогие друзья. Получается, мы знаем, Рош ха-Шана это 1-2 Тишрея. 3 Тишрея закончилось. 4 Тишрей. По объяснению Рабби Йосефа. И это очень makes sense. Почему? Это так. Увимлот ха-Ямим ха-Эле. Когда закончилось на самом деле эти 180 дней, сделал король Аса Мелех Лехола Ам, всему народу, который находится в городе Шушан, Лемигдол веаткатан, от маленького до большого. Парти, как бы пир, шива ямим бахацар гинат бейтан амелех. В саду он делал в течение 7 дней для каждого жителя города Шушана. От маленького до конца. Значит, дорогие друзья, это значит, любой человек, неважно, кто он есть, неважно, он министр или простой человек, или работник, или безработник, или он бездомный, или домный, или богатый, или нищий, еврей, не еврей, неважно, всем абсолютно была открыта дверь в саду у короля делать в течение 7 дней этот пир. Дорогие друзья, а как выглядит на самом деле этот пир? Посмотрите сейчас, что Тора на самом деле здесь говорит. Посмотрите сейчас, что Мегила говорит нам. Хур карпас утхелет ахуз бехевлей буц веаргаман аль гелилей кесев веамудей шеш митот захава кесев
Ал-Рицпат Багат Вашеш Дар Весухарет. Описывает нам пасук разные уровни драгоценных камней и драгоценных тканей на драгоценнейшихся камней, которые было сделано на пол, который говорит в Вильнинской Гаон, то, что было шесть разных драгоценных камней, чем было сделано пол, где люди именно ходили. Диваны и сиденья, где люди именно лежали, и это было, и говорится про золото и серебро. Ткани, которые использовались из самых драгоценных и невероятно больших тканей, которые были использованы для этого пира. Вещи, которые наш... Если мы что-то думаем, что-то есть этот мир и какое-то наслаждение материализма, то, что там было, больше, чем этого, даже не можем себе представить. Это что-то выше, чем наше представление. И какое вообще питье было? Вехашкод бекли захав? Келим? Микелим шоним? А какой именно напитка была, что люди пили? От золотых сосудов? Келим и келим шоним? Яйн валхут рав бекят амелех? Разные именно вина, так как положено у короля. Говорит нам тут Вильнинский Гаон, то, что человек, который брал себе стакан и хотел выпить, он второй раз не пил с этого стакана больше. Его забирали и давали ему другой стакан. Золотой, дорогие друзья, в золотых стаканах люди пили, начиная все абсолютно, от простого до самого большого великого министра. И какое вино было? Говорят наши мудрецы, каждый человек, какой у него был возраст, давался ему один год больше, чем его возраст. И какое вино? Такое вино, которое пьет именно король. Ему давали выбор, человеку давали выбор, какое вино ты хочешь. Не то, что стоит один вид вина, вот вам тебе барка, возьми себе какой-то там вид вина из Ра. Это все. Вины, которые ты выбираешь, выбирай на твой выбор, который твоя душа пожелает, и какой, не только то, что принято королям пить. Человек пришел, 80-летний дядя, говорит, сколько тебе лет? 80? 80 плюс, можешь взять себе вино. Какой? Непростой, который короли именно пьют. И так в течение 7 дней, дорогие друзья, говорит Вильнинский Гаон, это то, что было сказано про питье. А еда была нам еще больше и больше, больше, чем именно питье. И никто абсолютно не... Вяштя, когда там эля, говорится. И питье, так как никто абсолютно не заставляет. Нету заставления. Не то, что обычно заставляет. И выпей мне, мне тоже нужен стакан или не другой именно заставляет. Нет, когда там эля, никто не заставляет. И какой именно вид этого всего, этого пира? Кихенья садам элех? Потому что так сделал, извините, and honest, никто абсолютно не заставляет, потому что так сделал король, чтобы делать акурав бейто ласот, чтобы они делали, всем министрам он сказал, все люди, которые ухаживали за этим пиром, чтобы сделать желание каждого человека. Никто не заставляет, чтобы делать приятно каждому человеку. И так выглядел пир у Ахашвироша. Значит, сначала 180 дней, потом 7 дней. И невероятно большом королевском образе еда, мы уже можем себе представить, даже пасук тут не пишет, и Вильнинский Гаон объясняет, если было такое питье, мы уже себе представим, что было вообще там еда еще. Да? И где они находились? В саду короля? В такой драгоценной, только пол как было сделано, и диваны как были сделаны, и драгоценные именно ткани, которые использовались именно там, серебро, золото, питье, которое каждый именно стакан человек пил, сразу убирали, и все было невероятным именно образом. В кавычках можем сказать, Вильнинский Гаон говорит нам, почему пасук здесь именно показывает нам, как было именно сделано пир у Ахашвироша, показать нам, что ждет цадыки в будущем мире. Если это тот пик материализма, который Ахашвирош показал нам здесь именно пасуке, чтобы ты знал, что будет ждать у праведников в будущем мире. Когда говорится о том, что если соберем весь материализм в этом мире, не становится даже одним часом, одним маленьким минутой именно будущего мира, тогда что будет ждать, как наслаждение, какое именно, как будет выглядеть именно будущий мир у цадыки в будущем мире?
Если это есть тот пик, мы думаем, что пик сегодняшний день, что может человек представить? Не знаю, человек поехал куда-то в Зур, человек поехал там, не знаю, там на куда-то или там на Бугатти поехал. Это есть именно материал, именно мир, если человек говорит о наслаждении этого мира. Это то, что именно посуд говорит, как короли именно, как короли он именно давал. Тот пик именно материализма, который именно давал им. Теперь мы не зайдем, почему именно хотел он именно это все делать. Объясняют наши мудрецы, альших, все объясняют, почему это все нужно было. Но мы хотим раскрыть тут рука Творца, дорогие друзья. Мы представляем, что это происходит. Тут происходит невероятная вещь. Ахашверош, он находится в пик своего гордости. Он желает делать желания каждого человека. Он желает давать наслаждение и радость каждому человеку. И не простой, на самом высочайшем уровне, который можем себе абсолютно представить. И он этим показывает, конечно же, свою мощь, показывает и, скажем так, приобретает сердце людей себе. И он этим показывает, насколько он сильный и могущий, и богатый, и все абсолютно. И Творец это все дает ему. Дает им это все делать. По какому-то причине он, эти вещи происходят, вещи, которые непонятны, зачем ты это все делаешь. Но представляем себе, на каком пике он сейчас поднимается, его гордость, что даже заходит его простой человек, который вчера даже хлеба не было, сейчас поднимает его на таком королевском именно уровне. Дает ему питье, так как короли именно пьют. И не просто на простых сидениях, на серебро и золото дает человеку людям именно сидеть. Настолько поднимается его гордость. Один момент. И мы сейчас заходим в продолжение псуки. И мы сейчас понимаем невероятную руку Творца здесь, дорогие друзья. Гамбаштия малка астабиште. Одновременно царица Вашти тоже сделала пир. Для женщин Бейта Малхут Ашер Ламелеха Хашверош. Она тоже делала пир. Дорогие друзья, зачем Вашти делать пир для женщин? Можно еще как-то понять Ахашвероша. Можно еще как-то понять. Беседер, у тебя есть королевство, ты хочешь показать. Не был с королевских имена, как бы корней, он не был именно королем, оригинальным королем Вавилона и так далее, потому что Вашти была на самом деле из королевских внучкой поколения от Навуходоносора. Он не был беседером, он хотел каким-то образом показать это все. Можно объяснить по-всякому, хоть и показать свою мощь, свое богатство, все. Вашти, зачем тебе делать пир для женщин? Зачем? Ты хочешь показать свое богатство, хочешь показать свою мощь, чтобы люди тебе боялись, чтобы люди тебя респектировали, что ты, у тебя есть какой-то страх, так как можно понять этого Ахашвероша? Нету логики, дорогие друзья. Зачем Вашти делать пир? Зачем? Рибоно де кол алмин. Зачем? И тут раскрывает наши мудрецы. Когда у Вашти было, дорогие друзья, пир, говорят наши мудрецы, голоса, которое происходило в пире у Вашти, все министры, которые сидели вокруг Ахашвероша, они все слышали ихних жен. Так говорит нам Вильнский Гаон, что происходило? Каждый человек слышал ее жену. А, это моя жена. А, это моя жена. А, это моя жена. А, это моя жена. И каждый из них говорил, что... А, вавилонские женщины самые красивые. А, персидские женщины самые красивые. А, эти женщины самые красивые. Каждый тот, кто слышал свою жену, у них сразу же выпившийся, конечно, хорошее настроение, о чем они будут делать, что будут говорить. А, гой, вот так, а Зои до сегодняшнего дня говорит о женщине. Да? Евреи в это время где находились? Седьмой день, говорит Работ Иосиф. Где находились седьмой день? Прочитаем, 4-го Тишея началось у них этот пир. Седьмой день, это Йом-Кипур. Йом-Кипур евреи находились в синагоге. Они молились. Это был тот сход, почему они именно спаслись. Так он объясняет, очень красиво. Но сейчас объяснение опять-таки Вильнского Гаона. Говорит, каждый из них говорил.
И потом встал Ахашверош и сказал: ребята, моя жена самая красивая. Моя жена самая красивая. Ага, говорит, ты говоришь, что самая красивая? Дорогие друзья, сейчас не забудем. Ахашверош, находясь в пике гордости, который дальше просто уже некуда. Да, человек поднялся, просто его гордость просто до вершинки просто. В этот момент говорит, не только то, что все это моя жена, которую вы сейчас говорите, у меня самая красивая жена, которая есть. Самая красивая жена. Министр говорит, а, да? Покажи. Покажи, мы хотим посмотреть. И теперь представляй себе в этом в гордости, в этом всем. Говорит сейчас, хорошо, я покажу вам. Министры говорят, ну как ты покажешь? Мы не хотим увидеть ее в одежде. Потому что одежде что? Одежде любая женщина, да, может быть некрасивая, будет одеваться красиво. Она будет красавицей. Мы хотим видеть ее голой, без одежды. Чтобы ты действительно поверишь, что ты действительно она красавица. И говорят наши мудрецы, в действительности она была красивой женщиной. Она в действительности была. Но что, дорогие друзья, этот момент, Творец послал ее проказу. Она не могла выйти таким образом. Она не могла выйти таким именно кожей, которая у нее была. И послал Ахашверош, говорит, привезите ее. Она отказывается. Она отказывается. Она отказывается когда? Она отказывается от короля, когда король находится в таком пике его гордости, когда все министры стоят, и все абсолютно, даже от маленького человека до большого, все какому уважение, такое именно кого, и какое именно величие, возвышение, дальше уже некуда. И кто-то говорит ему нет. Кто-то говорит ему нет. Ты в состоянии сказать мне нет? Это была причина все ярости Ахашвероша. Что в этот пик Творец поставил Ахашвероша, поднял его до такого пика, чтобы достал именно этот момент. Когда что? Южина, которая настоящая наследница Ахашвероша, Навуходоносора, она есть королева. Она даже самая красивая, и как в Несеконах говорит, то, что он не хотел по-настоящему ее убить. Но что? Она говорит, ты не хочешь прийти? Ты потрогал сейчас на мою гордость, и все короли, все министры, все здесь именно сидят. И ты, так с таким образом ведешь себе? И, дорогие друзья, давайте посмотрим сейчас, что происходит. Ахашверош есть тот человек, который делает желание каждого человека. Так и написано, он делает желание каждого человека. Хочет самый маленький, самый министр, неважно. Делайте желание каждого человека. Никому не заставляйте, никому это все то, что ему будет приятно. Это то, что вы хотите делать. Сейчас, дорогие друзья, что он делает? Он делает против желания своей же жены, который есть настоящая царица. Это нам логично? Говорит нам Вильнский Гаон, это тогда, когда Творец хочет поменять разум человека, когда хочет Творец привести какое-то его желание, даже может повлиять на мысли человека и делать вещь, которая абсолютно нелогичная, вещь, которая против его логики, против его поведения. Вот где мы видим, дорогие друзья, рука Ашема. Творец хочет что? Творец хочет, чтобы Эстер Амалка была царицей. Так что он делает? Он все время желает доброту. Он хочет доброту, как бы делать желание каждого человека. Это была цель, чтобы извратить еврейский народ, как говорят наши мудрецы. Как Маман посоветовал, и так далее, чтобы привести пруцот, развратников, женщин и так далее. Они будут именно развратничать. Другая история. Но что он желает? Вот тот человек, который желает желание каждого человека, сейчас вдруг желает против желания своей жены. Непонятно? Непонятно, ты же желаешь. И не только этот. Доводит до такого момента.
что даже до такого момента, что он даже готов убивать свою жену, царицу. Представляем себе? Вот проявление руки Ашема. Поменять в голове именно человека. Поменять именно в голове человека, что? А, сейчас Вашти она так себе повела. А, как надо? Она должна была прийти именно голой. Она не пришла, да? Значит, сейчас придем, нужно делать именно кое-что. Ради чего? Потому что Вашти должна была умереть. Как говорят наши мудрецы, она делала плохие вещи еврейскими женщинами. И она была тот человек, она была тот, кто посоветовала не построить именно храм. Она именно хотела сказала то, что говорит, дедушка мой разрушил храм, и ты говоришь, хочешь построить именно храм. Из-за этого произошло то, что с ней именно произошло. То, что потом посоветовали нам Амана и так далее, повесили, убили его и так далее. Но что в этот момент, прочитав текст, мы не понимаем это все, но скрыт нас, дорогие, что рука именно Ашема здесь. Рука Ашема, чтобы проявить тот избавление, которое он хочет привести еврейскому народу. Потому что вместо готовится сейчас почва для того, что Эстер, она должна быть царицей, должна прийти на доме у Ахашвероша. А как? Нужна Вашти, чтобы она убрала. Но как можно убить ее? А Творец возвещает, дает человеку такой мысли. Ахашвероша, делай пир для всех, чтобы гордость была уже до такого момента. Бум! И в этот момент Вашти отказывается, и трогаешь на мою гордость? Смерть. Только таким образом Вашти уходит именно со сценария и приходит именно потом именно Эстеронка. Как говорит один мудрец, дорогие друзья, Рав Левинштейн, Мисхак Бубот, вся история, кукольный театр. Мы видим, дорогие друзья, как творец, сейчас мы раскрыли чуть-чуть. Мы видим наяву, что вообще происходило, как Творец абсолютно меняет все, как меняет абсолютно все кадры, все это, все абсолютно. Да? И это есть тот реальность, который до сегодняшнего дня Творец уйдет таким образом именно с нами. Мы не видим весь мир, дорогие друзья, кукольный театр. Все абсолютно. Кто-то ударит на кого-то, кто-то это, кто-то все. Все, всем управляет Творец. Потому что есть определенное правление и желание Творца, что должен проявиться в этом мире. Все идет к тому, то, что мы должны прийти на прихода Машиаха. Все и ведет все действия, все политические или вещи, когда мы думаем, что Лев Мелахим Биад Ашем. Сердце у королей в руках Творца. Вещи происходят нам непонятные. Но мы даже забывать и держаться сильно, дорогие друзья. Когда мы уже дошли до финиша уже. Нельзя сейчас отчаиваться. Но сейчас именно держаться сильно именно в вере и знать все, мы это Ашем абсолютно, все приходит от Него. Мы должны делать все то, что от нас зависит. Помощь именно другим, изучением на Торы, чтобы мы и наши семьи спаслись от Хевле Машиах. Но знать, так как Мегила уже нам раскрыл, это есть тот больше именно чудо, как говорят наши мудрецы, больше, чем Ханука и все чудеса, которые происходили именно в Израиле. Потому что все абсолютно скрыто. Все скрыто. И там мы видим именно руку Ашема. И там мы видим, как Ашем явным образом все именно направляет именно нас. Нам нужно просто открыть глаза. Открыть глаза. И знать, сегодня, может быть, нам вещи непонятны. Но увидеть правильные именно шаги. И знать то, что есть определенные желания и правления Творца, который идет сверху, который управляется и идет в определенное направление. Но мы знаем то, что все абсолютно от Него. И молиться, и делать все максимальные вещи, что поможет нашим всем абсолютно, всем людям, нашим братьям, нашим сестрам. И без радости по скорому времени, что мы видели руку Ашема явным образом, правильным, здоровым образом. И с Божьей помощью, чтобы поскорее времени видели тоже нашими глазами приход Машиаха. Аминь. Кенирацон.